Строительство, капитальный ремонт и реконструкция медицинских организаций со степенью износа более 60%. Об этом рассказала Елена Кузьменко, исполняющая обязанности министра здравоохранения и демографической политики на заседании правительства Магаданской области. Тема ее доклада – модернизация первичного звена здравоохранения Колымы в предстоящие 4 года. Приобретение медицинского оборудования, вышедшего из эксплуатации на замену и приобретение и морально устаревшего, а также приобретение транспортных средств, это не автомобили скорой медицинской помощи, а так нужные автомобили в районных больницах и в городе, которые мы привыкли называть санитарками. Это автомобили для перевозки медикаментов, пациентов из учреждения в учреждение, доставки граждан с ограниченными способностями, также для доставки вакцин, биологических материалов. Кроме того, Елена Кузьменко рассказала о результатах проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, транспортировки и хранения вакцины от COVID-19. Также на заседании поговорили об обращениях в ЦУР, субсидируемых авиаперевозках и зарплатах на Колыме.